воду надо пить, чтобы не было обезвоживания организма, головных болей и прочих неприятных явлений. В Литве такая фишка, здесь все называется эдукация. То есть мы сейчас на эдукации находимся. Кто знает, что такое эдукация? Не знаете? Пошли за мной, сейчас мы узнаем. Вот это называется, где мы сейчас находимся, что с нами тут делают. Эдукация. Ты понимаешь? Четыре эдукации. Опа! А там ничего нет. А вот стереоочки. Is it like 3D, 4D? Первый 3D. Смотрите, мы тут видим две картинки. Они чуть-чуть разные. Но не сильно они разные. Там немножко разный угол, да? Эта эдукация меня просто завораживает. Меня просто прет реально. Смотри, какие ванночки классные, да? Короче, не всегда просто с этими фоточками. Это вам не на телефончик фотографировать. Столько нюансов. Все замерли в ожидании. О, классно! Мне нравится. Облако выглядит очень классно. Зеленое не так классно. Это тоже классно. И голубое. Голубое, оно и есть голубое. Самое классное, конечно, красное. Не зря говорят розовые очки, но это вообще никак. Короче, да, вот в таком свете мне нравится воспринимать жизнь. Оно реально позитивно выглядит. Я выбираю позитив. Ой, как здесь холодно. Я замерзла. Это очень холодно. Девочка одна и та же. Ну, смелая женщина, я что скажу, да? Это в чем-то, конечно, можно сказать, что это чем-то может быть интересно с какой-то точки зрения. Но для чего это нужно, да? Вот опять же задаться вопросом, для чего это?